моя кровь заменяла сталь. Я бил гранатовый сок. Кто-то скажет, развел мосты, а потом потерял берега. Но теперь я с огнем на ты, и не дрогнет моя рука. А я бы жить временами не стал, я бы просто мотал свой срок, если б мать не молила Христа, так как я бы не смог. Я уже писал этот крест и искал сам себе свиста, но вдруг слезы, срываясь вниз, бесследно исчезли с лица. Я иду до конца, я иду до конца. Для них места я допью гранатовый сок и поставлю себя у креста. Кто-то скажет, оставил тлеть, кто-то возьмется тушить, но мой огонь будет гореть. А иначе зачем было жить? А я в жизнь. Мне, наверное, нельзя хандрить, мне, наверное, нельзя уставать, мне, наверное, всех нужно простить. И в далекой-далекой дали, где нет ни судей, ни истца, над рекой полетят журавли, и снова все повторится. Я иду до конца.